Кто ж придумывает удавки, а? Терпеть не могу. Кирюшенька, галстуки тебе очень идут. Угу. Ой, нет, пожалуйста, только не этот. Знаешь, я вчера купил тебе новый галстук. Сейчас. Смотри. Класс? А? Ир, ну то же самое. Ну тогда просто поверь мне на слово. Ну если на слово, то поверим. Так. Кирюш? Мне пора. Пока. Класс. Никакой разницы. Прошу всех встать, суд идет. Суд Перовского района города Москвы в составе председательствующей судьи Карелиной Ирины Викторовны при участии государственного обвинителя Шевцова Игоря Петровича, подсудимого Ушакова Григория Владимировича, адвоката Сыромятникова Леонида Сергеевича в присутствии секретаря Ильиной Людмилы Ивановны. Изучив доказательную базу и заслушав проходящих по делу свидетелей, считает, что в ходе судебного заседания неопровержимых улик причастности Ушакова Григория Владимировича к совершению преступления, предусмотренному 112 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, предоставлено не было. Именем Российской Федерации суд постановил Ушакова Григория Владимировича освободить из-под стражи в зале суда, а также ходатайствовать перед органами прокуратуры о проведении дополнительного расследования. Сегодня было жарко. С завтрашнего дня обещают похолодание. Правда? Да. Это хорошо. Завтра. Завтра, завтра. Маша, а что у нас завтра? А? Завтра слушание по делу Козельковой. А. Перенесено по просьбе ее адвоката. Машуль, найди, пожалуйста, ее дело. Надо кое-что уточнить. Хорошо. Алло, такси? Здравствуйте, можно машину заказать на 7 часов к Перовскому суду? Да? Поедем. Поедем на Калязинский к бизнес-центру. Да, спасибо, жду. А что с машиной? Ты знаешь, спасибо, с машиной все в порядке. Просто у Кирилла сегодня конкурс, Маш, ну и банкет, естественно. Зря вы его отпустили, Ирина Викторовна. Игорь Петрович, зачем меня так пугаете? Зайкой хотите сделать? Да вы так на Ушакова засмотрелись. Сомневаетесь? Нет, просто следствие проведено из рук вон плохо. Я не понимаю, как можно обвинять человека по такой тяжелой статье, не имея достаточных доказательств его вины. Но ведь умысел у него был, свидетели это подтвердили. Игорь Петрович, а как же презумпция невиновности? Приговор базируется на четких доказательствах, а не на умыслах и домыслах. Вы поймите, судья не может выносить приговор, исходя из личных симпатий, антипатий. Да, вас трудно заподозрить в предвзятости. И не обижайтесь на меня, ладно? Я выполняю свою работу. Ладно, ладно, пусть Ушаковка гуляет пока. А почему такси? Давайте я вас подвезу. Заодно обстоятельства следующего дела обсудим.
Вы же знаете, я обсуждаю все в рабочее время, а личное время у меня исключительно для мужа. Знаю, знаю. Но спросить-то могу. Вдруг на этот раз прокатит. Игорь Петрович не прокатит. Меня такси прокатит. До свидания. Всего доброго. Презентация позади, ждем результатов. Кирилл Александрович, не волнуйтесь, все будет хорошо. С вашим талантом невозможно не победить. О, не говори дифирамбов, то я привыкну. Да, это Наташа, моя помощница, это Ира, жена. Здравствуйте, очень чуть-чуть. Приятно тоже. Я рада, что у Кирилла появился помощник, если он не справляется с делами. Нет, ну что, он прекрасно справляется сам, просто когда дел слишком много, одному невозможно успеть. Конечно. Девчонки, давайте дождемся результатов. Ирина Викторовна. Очень рад. Юрий Константинович, здравствуйте. Шампанского, а потом после церемонии потанцуем. Ну, вы же знаете, я не танцую, а вот шампанского непременно. За удачу. Итак, номинация «Дизайн промышленных объектов». На рассмотрение было представлено 3 весьма оригинальных новаторских проекта от фирмы «Галактика», «Вертикаль» и «Колорит». Кирилл Карелин. Евгений Женовецкий и Андрей Громов. Кирюша, ты Громов? Знаешь? Я приглашаю победителя, дизайнер-проектировщик фирмы «Вертикаль» Андрей Громов. Бурные аплодисменты! На «Вертикале» был самый банальный. Правда? Да. Поздравляю, Андрей. Спасибо. Еще раз поздравляем от всей души. Кирилл, ничего ты. Кирилл, сама номинация – это уже много. Главное – это участие. Вот именно. Поздравляю всех с участием. И разрешаю завтра опаздывать на работу в связи с сегодняшним банкетом. Ну? Ура. Победитель ваш знакомый? Да. Здравствуйте. Я все смотрю, вы, не вы. Вы. Поздравляю. Поздравляем тебя. Поздравляю. Андрей. Наталья. 100 лет прошло, а прям как вчера. Турпоходы, костры, гитары, романтика. Рассказывайте, как вы? Живем, работаем. Детей, наверное, полный дом, да? Детей у нас нет. А как ты лучше расскажи? Да я чего. Помыкался в Москве после института, потом уехал в свою провинцию, женился неудачно. Вот и вернулся, работаю. Кирилл, ты не расстраивайся. Ой. Твой проект классный, правда? Спасибо. Судьи, они тоже люди. У каждого свой вкус. Кирилл. Ты-то юридически свой закончил? Да, закончила, работаю по специальности. Давайте выпьем. Давайте. Да нам пора. У Иры тут сложный день. Ну, пойдем. Пойдем. Координаты. Чтобы больше не теряться. Да, конечно. Вот моя карточка. Ну, пока. Счастливо. Ну, с вами, Наташ. До свидания. До свидания. До свидания. Пока. Столько времени потерять зря. Кирюш, почему зря? Такой проект сделал. Даже Громов сказал, не хуже его собственного. То есть тебе важно, что говорит Громов? Этот провинциальный выскочка. Кирюш, ну что ты меня ревнуешь к Андрею, как на институте? Да, конечно, нет. Просто, Ир, просто я очень много работал, работал. А толку-то что? Ну, я понимаю. Поэтому я не настаивала на банкете. Поедем домой, выспишься. Пожалуйста, вот только не надо с вами, как с маленьким ребенком, ладно? Кирилл, ну почему я пытаюсь тебя поддержать?
Да, очень бурное было у вас юность. Да уж. Мы и на байдарках сплавлялись, и в тайгу ходили с настоящим охотником, учились капканы ставить. Кирилл, кстати, лучше всех капканы ставил. Да. Мы ему все завидовали. А что он еще любил в молодости? Иру свою любил. Я в нее тоже был влюблен. Кирилл страшно ревновал, хотя она выбрала ее. Надо поговорить. Извините. Пожалуйста. Пойдем. Не надо, пожалуйста, мне попадать. Ты что, отключил телефон? Ты заблокировал меня? Ну, Андрей, я так не могу, пожалуйста. Я тебя... Иди сюда. Почему ты меня делаешь? Почему? 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 Мне кажется, вам нужно немножко расслабиться. Я не пью. Ну и что у тебя с ним? С кем? Слушай, дуру из себя не строй. С Андреем, конечно. Послушайте, вы все неправильно поняли. Мы познакомились только здесь, на банкете. Оказалось, что у нас знакомые друзья, и мы просто разговорились. Правда. Нам плохо? Андрей очень опасный человек. Он меня теперь точно убьет. Машуля, привет. Привет. Я тебя сейчас налью настоящего китайского луна. Владька вчера привез. Да, я успеваю? Успеваешь, есть еще время. Ну, давай, давай. Ну, давай, рассказывай, что у вас интересного. Катерина моя в фотомодели собралась. Ну да, сейчас все 15-летние хотят быть моделями. Ну ты Владике это скажи. Чуть не выпорол вчера дочь. Что такое? Ой, я... Горячий... Прости. Ой, прости. Угостила. Маша, это Кирилл. Ты уверена? Конечно, это его затылок. Я каждый день его вижу, когда он работает. Да, и шарф, и пальто. Маша, у него что, есть другая женщина? Это же просто журнал. Наверное, это модели какие-то, актрисы. Он в этом году зимой ездил в командировку. В Прагу? Нет, сказал, что был в какой-то провинции. Приехал такой окрыленный. Я еще радовалась за него. Получается, он не врет? Верочка, не делай поспешных выводов. Да, он звал меня в Прагу много раз. А я не могла. У меня за последние 5 лет ни одного отпуска не было. Неужели я так ошиблась в самом близком мне человеке? Ты выясни сначала, был ли он вообще в Праге? Как? Посмотри его загранпаспорт. Точно. Ну, конечно, что я фантазирую? Нужны факты. Да. И одевайся. Опоздаешь на заседание. Да ты не разберешься с пеной. Чего им мужикам не хватает? Теперь к работе дизайнерского бюро. К сожалению, в отличие от прочих, этот отдел пока убыточный. Ни один из проектов еще не принес реальных дивидендов. Зато расходов хватает. Впереди тендер на строительство офисного здания для холдинговой компании «Газоразведка». Я надеюсь, что наш проект наконец-то победит. В противном случае нам придется пересмотреть нашу кадровую политику. Поменять руководителя дизайнерского бюро, например.
Гражданке Козельковой Юлии Николаевне предъявляется обвинение в преступлении, предусмотренном в статье 105 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на убийство своего мужа, гражданина Козелькова Николая Сергеевича. Мотив для совершения преступления – ревность на почве супружеской неверности. Обвинение настаивает на максимальной мере наказания, предусмотренной вышеназванной статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. У суда есть вопросы к обвинению? К обвинению вопросов нет. Суд готов выслушать подсудимую. Я не знаю, что говорить. Гражданка Козелькова, вы признаете себя виновной? Да, признаю. Как вы узнали об измене мужа? А я ходила к Таньке, к парикмахерше. Она укладку хорошо делает. Один раз она мне стала рассказывать про своего очередного любовника, и я по описанию поняла, что это мой муж. А мы 15 лет вместе. 15. И я все. А он. В общем, он оказался другим человеком. Привет. Привет. Что, неприятности на работе? Не хочу говорить об этом. Знаешь, тебе нужно отдохнуть. Да, и мне тоже не помешает. Ты знаешь, что я придумала? А давай мы возьмем, наконец, рванем в Прагу, а? Ну, я прекрасный тур нашла. Где твой загранпаспорт? Не могу его найти. Ты эгоистка все-таки. Только о себе думаешь. Хоть бы узнал, хочу ехать куда-то или нет. Ну, ты же так хотел в Прагу. Почему вы напрямую не поговорили с мужем? Я говорила. Закрывался в комнате и кричал, что ты за жена, если ты не веришь собственному мужу. А как понять, спят они вместе или не спят? Нету доказательств, нет. То есть вы хотели доказательств измены мужа? Да. Да, я хотела доказательств в изменах мужа. Я хотела увидеть все сама, собственными глазами. Что вы предпринимали для этого? Я следила. И выследила, я увидела. Не в машине, а ей в машине, на заднем сиденье. Все это. Алло. Ира, здравствуй. Это Андрей. Да, Андрей, привет. Рада тебя слышать. Кирилл звонил. Хотел к вам в гости приехать. Конечно, приходи в гости. А что Кирилл сказал? Он сказал, что занят. Давай мы с тобой вдвоем где-нибудь встретимся, кофе попьем. А, он занят. А это он тебе мой номер дал? Я поняла. Ну, давай тогда пообедить на перерыв.
Угу. Пока. А как мы перевернулись, когда сплавлялись, помнишь? Конечно, помню. Я же тогда фотоаппарат утопила. Так жалко было, ревела. А мне тебя было жалко. Хорошее было время. Да. А ты нисколько не изменилась. Вот Кирилла бы я сразу не признал, а ты все такая же. Ты мне льстишь. Нет. А по деревьям помнишь, как я учил тебя лазить? Да, конечно, помню. Я даже помню, как ты меня поддерживал. Да, Кирилл тогда на тебя с кулаками полез. Да, все как вчера. И ты меня не переубеждай, ты все равно не изменилась. Андрей, у тебя было какое-то дело. Было. Угу. А теперь вот думаю, предлагать тебе его или нет? Что за дело? Да, у меня после конкурса заказы посыпались. Нужен постоянный юрист. Договора оформлять на получение лицензии для строительства и т.д. и т.п. Вот хотел предложить тебе в качестве подработки. Подожди, ты что думаешь, я у Кирилла юристом в фирме работаю? Ну, а разве нет? Нет. Но я обязательно подумаю, кого можно тебе порекомендовать. Нужен кто-то добросовестный и надежный. Подумаю. Ты прости, мне нужно бежать, ладно? Очень рада была тебя видеть. Взаимно. Я в гости все-таки загляну. Да, обязательно заходи. Мы будем очень рады. Пока. Пока. Алло, Кирилл, нам надо поговорить. Опять занят? Ты последнее время все время занят. Нам очень надо... И давно это у вас? Так, ну, во-первых, здесь не суд, не надо меня допрашивать. Ну, почему же? Здесь налицо злоупотребление доверием. Статья 165 Уголовного кодекса. А, в Прагу это ты с ней. Откуда ты? Так, небольшие следственные мероприятия. Значит, с ней. Не надо давить. Да нет, я не давлю. Я просто хочу знать правду, которую ты мне почему-то не сказал. А потому что ты ничего слушать не хочешь. Потому что наплевать на то, что я чувствую. Ты всегда хотела все делать по-своему, как тебе удобно. Да. А мне казалось, тебя вполне устраивает, что в наших отношениях решение принимаю я. Ты никогда не любил ответственности. Да потому что ты прешь, как грузовик. А теперь я встретил человека, который не только слушает, но и слышит меня. И теперь я счастлив. Да. Очень рада за тебя. Извини, но и сейчас решение тоже приму я. К выходным я освобожу квартиру. Так что больше никаких тайн. Очень за вас рада. До свидания. Желаю счастья. Ир. Не нужно. Ты сделаешь еще больнее. Послушай, ну она самостоятельная, очень сильная женщина. Она справится. Ну, все, что нам делается, все к лучшему. Почему вы признаете себя виновной? Вот, судя по материалам дела, вы в ссоре во время вынесения отношений толкнули мужа, он упал и затылком ударился о каменную ступень. Вы хотели его убить? Гражданка Козелькова, отвечайте на вопрос.
Я хотела его убить. А как? Как? Он будет с Танькой кувыркаться в постели, а я... Ир, я все-таки не понимаю, почему ты съезжаешь. Интересное дело, Кирилл изменил. Развод по его вине. Еще и квартира ваша ему остается. Чудесно. Где справедливость? Кирилл владелец. Здрасте. Совместно нажитого в браке, между прочим, никто не отменял. Не хватало мне еще судов с разделом имущества. Я даже думать об этом не хочу. Сниму квартиру, а там разберусь. А почему бы, собственно, и не в суд? Он как маленький, ты с ним носишься, как с мальчиком маленьким. А он этим пользуется всю жизнь. А все, Ира, потому что детей у тебя своих нет. Ира, ну прости меня, пожалуйста. Я не знаю, я говорю такое, что... Да нет, Маш. Не извиняйся, ты права. Я как-то сама не заметила, что подменила ребенка мужем. Прошу всех встать. Суд идет. Суд Перовского района города Москвы в составе председательствующей судьи Карелиной Ирины Викторовны при участии государственного обвинителя Шевцова Игоря Петровича, подсудимой Козельковой Юлии Николаевны, адвоката Сыромятникова Леонида Сергеевича в присутствии секретаря Ильиной Людмилы Ивановны. Изучив доказательную базу и заслушав проходящих по делу свидетелей, постановил признать обвиняемую Козелькову Юлию Николаевну виновной в преступлении, предусмотренном в статье 105, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Слушаю. Ир, привет. Я подумал, может, я могу тебе помочь с приездом? Кирилл, я же сказала, я сегодня съеду, и помощь мне не нужна. Тем более от тебя. Я же тебе сказала, мне от тебя ничего не надо. Алло, Ир. Ир, это Андрей. Спасибо. Андрюш, прости. Прости, я тебя не узнала, да. Я хотела в гости приехать, можно? Я бы с радостью, но у нас тут, как тебе сказать, дела, да. Угу. Черт. Что случилось? Нет, нет, ничего, все в порядке. Старые фотографии упали. У вас что там, вечер памяти? Нет. Просто небольшой переезд. Так давай я приеду, помогу. Все, давай, жди. Пос... Смотри, смотри. Я же тебе говорила, что она очень быстро устроится. Ревнуешь? Не говори глупостей. Вполне себе уютненько. Цвет стен я бы, конечно, поменяла. И
Ир, эту штуку вот убрала бы со стола и мебель. Конечно, мебель нужно заменить. Кирюш, ты меня слышишь? А, да, конечно. Я говорю, мебель нужно заменить. Наташа, мебель, ну это куча денег. Ну, я сейчас не осилю. Ну вот именно что сейчас. Ну, ты же все сможешь. Ты у меня настоящий мужчина. И ты со всем справишься. А где у нас здесь чай? А там? Сейчас сделаю. Спасибо. Долго сюда переехала? Не знаю пока. Очень красивые цветы. Спасибо. Прости меня, пожалуйста. Прости. Что случилось? Ничего, я просто, наверное, очень-очень устала, понимаешь? Так, поднимайся, мы сейчас поедем. Куда? Я знаю, куда. Давай-давай, вставай. Андрей, я никуда не поеду. Поедешь? Давай. Я прошу тебя, пожалуйста. Нет, давай, ну, я говорю, ну, поехали. Пожалуйста. Ну, почему ты командуешь? Ну, потому что раненых в бою не бросают. Давай, давай. Самое страшное, что Кирилл врал. Я понимаю, встретил девушку, полюбил. Хочешь быть счастлив, но зачем врать? Прятаться, изворачиваться. Оказывается, я давно живу в семье, которой нет. И знаешь, по-моему, нет ничего хуже, чем жить во лжи. Вот. Жизнь, она все-таки удивительна. Ты знаешь, моя жена, она тоже мне изменяла. Долго. Я когда узнал, мне казалось, мир рухнул, и я стою на краю пропасти. Мне даже во сне снилось, как я в эту пропасть падаю. И как ты с этим справился? Всю жизнь мечтал прыгнуть с парашютом, но как-то побаивался. А тут взял и прыгнул. Сильно. Очень страшно было. Может быть, прыгнуть в фонтан? Или... залезть на Останкинскую башню? Ну, не обязательно. Просто надо сделать что-нибудь совершенно безумное. Для начала я предлагаю тебе потанцевать. Со мной здесь и сейчас. Андрей здесь не танцует. Именно поэтому наш поступок будет достаточно безумным. Нет, нет, ты не понимаешь, я не умею танцевать. А я тебя научу. Хвалить, а то сейчас все ноги тебе отдавлю.
Ну вот, а ты боялась. Да, у меня получилось. Спасибо тебе. Спасибо за этот чудесный вечер. Да тебе спасибо. Помню, ты прекрасно там спишь. Да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока. Что? Не знаю. Я не хочу туда идти. Так ты не ходи. Поехали со мной. Я так не могу. Правда, я так не умею. Ир, послушай. Я думал, что все прошло, но ничего не прошло. Слышишь? Ты тогда выбрала Кирилла, и я запретил тебе даже думать о тебе. Ну вот я тебя увидел, и все началось заново. Поехали со мной. Куда? На край света. Не стану с тобой разговаривать. Да потому что нам не о чем говорить. Слушай, не лезь в мою жизнь, иначе я за себя не ручаюсь. Да, у меня появилась другая. Кто она? Ты знаешь, тебе это не касается. Так, все, прощай. Я сказал, прощай.
Ты чего, подслушал, что ли? За кого ты меня принимаешь? Прости. Просто вредный заказчик нервы трепет. Извини, что-то не так, да? Я просто подумала, что... что совсем тебя не знаю. Что вообще ничего о тебе не знаю. Слушай. Главное о себе я тебе уже рассказал. А мелочи, ну... зачем на них время тратить? Значит, в среду 7 в том же ресторане. В среду? Почему так долго? Ириш, мне нужно решить пару проблем. В том числе с вредным заказчиком. Я буду думать о тебе все время. Ну ты даешь? Да я сама от тебя не ожидала, Маш. Ты серьезно, что ли? Да серьезно, это не то слово. Я думать ни о чем не могу, кроме среды. Здорово. Главное, чтобы тебе было хорошо. Ну, очень хорошо. Ты расскажи лучше, как. Катерина, передумала идти в фотомодели? Ой, слава богу, передумала. Педагогически собралась, но мы ей даже уже курсы подыскали. Владя, ну что ты делаешь? Вот вы же намочите ноги. Давайте-ка поднимайтесь. Пойдем. Ой, мамочки. Ты не промокла, малышка? Привет. Ой, холодно тебе. Что ты там поймала? Как это, листочек? Обвиняемый Хвостов задумал свое преступление заранее, о чем ясно говорят показания свидетелей, его коллег. Например, гражданин Семенов утверждает, что видел Хвостова... на складе, в нерабочее время. У суда есть вопросы к обвинению? У суда нет вопросов к обвинению.
Объявляется перерыв. 15 минут. Фирма «Вертикаль», секретарь Анастасия. Слушаю вас. Здравствуйте. Соедините меня, пожалуйста, с Андреем Громовым. Представьтесь, пожалуйста. Ирина Карелина. Только, пожалуйста, побыстрее. У меня очень важный вопрос. Сейчас я узнаю, есть ли возможность вас соединить. Что значит, есть ли возможность? Минуточку. Извините, но разговор с Громовым сейчас невозможен. Перезвоните позже. А вы можете сказать, где он? Ир, ну не надо так переживать. Может быть, что-то случилось. Может быть, он в аварию попал. Маш. Что я говорю? Нет, он был там. И она отвечала так, как будто ответы ей кто-то диктовал. Идиотка. Размечталась. Да. Ирина Викторовна, я понимаю, что не вовремя, но у меня край. Поспелова заболела, заседание может отмениться. А там мера пресечения подозреваемого в убийстве. Срок задержания без предъявления истекает. Отпустим, а он возьмет и сбежит. Умоляю. Игорь Петрович, я не могу идти на заседание неподготовленным. Да там пустяки, пролистайте на ходу. Нельзя его сегодня выпускать. Ну, хотите, я на колени встану? Нет, нет, не надо. Ирочка, ну иди. Правда, иди. Лучше, чем сидеть здесь и думать всякое. Хорошо, Игорь Петрович, только это первый и последний раз. Конечно, конечно. Драгоценная вы моя, Ирина Викторовна. Исключение только подтверждает правила. Спасибо. Прошу садиться. Гражданин Андрей Васильевич Громов подозревается в убийстве гражданки Солодовой Маргариты Николаевны. Убийство было совершено в квартире, где проживал обвиняемый. Причина смерти – 3 ножевых ранения в область живота. По заключению судмедэкспертизы, нанесенные непрофессионалом. В ходе следствия было обнаружено орудие убийства – кухонный нож из столового набора, который убийца после совершения преступления выбросил в мусорный бак за домом. Предварительно стерев отпечатки. По показаниям родителей убитых, Громов состоял с ней в интимных отношениях, но вел себя очень грубо и однажды даже избил. Накануне убийства Солодова звонила обвиняемому, и он ответил на ее звонок. Следствие предполагает, что Громов убил Солодову у себя на квартире во время ссоры, а затем пытался ввести в заблуждение правоохранительные органы, утверждая, что убийство совершили неизвестные злоумышленники, проникшие в квартиру с целью ограбления.
На основании материалов следствия против гражданина Громова выдвигается предварительное обвинение по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 1 – убийство. Обвинение просит суд назначить обвиняемому в качестве меры пресечения заключения под стражу до окончания следствия. Обвиняемый, встаньте. Вы признаете себя виновным в убийстве гражданки Солодовой? Нет. Что случилось? Там, Андрей. Он девушку убил. Твой Андрей? Вот этот... Ирина Викторовна, голубушка, вы почему заседание перенесли? Ой, Машка. Да? Пожалуйста, найди мне таблетку от головной боли. Прямо сейчас? Сейчас. С вами все в порядке? А заседание я перенесла, потому что мне нужно разобраться в деталях. Дело очень серьезное. А что там разбираться? Гром с самого начала врет. Говорил, что давно не общался с убитой. Тут на тебе, телефон и разговор накануне убийства. Ну, это не самое важное. Да там вранье на вранье. Говорил, что в день убийства был на работе. Допросили секретаршу, не было его там. Если не виновен, зачем врать? Про каких-то грабителей твердит. А из квартиры ничего не пропало. Ну, это сомнительно, потому что вранье такое нелепое. С ножа отпечатки стерты, значит, убийца об этом подумать успел. А алиби себе придумать не смог. Как-то не сходится все. А скандалы? Солоду-то он избил. Значит, вспыльчивый, мог сорваться. Обычный человек без криминального прошлого в гневе 3 раза ударяет ножом жертву. Потом стирает отпечатки и возле дома выкидывает нож в мусорный бак. Что-то тут не то. Ну, про отпечатки сейчас многие в курсе. Ну, а кровь? Что кровь? Отпечатки крови на одежде Громова пятнами. А кровь должна была брызнуть, потому что в заключении написано, что задета артерия. Ну да, тут вы, пожалуй, правы. Нужна повторная экспертиза. Видите, сколько тут еще непонятно. Нельзя его отпускать. Сбежит ведь. До завтра он еще посидит в КПЗ. Я успею материалы дела изучить как следует. Игорь Петрович, вы меня простите, ради бога, у меня жутко. Жутко болит голова. Ирочка, девочки сказали 20 минут. И все как рукой. Держи. Ладно, Ирина Викторовна, отдыхайте. До завтра. До завтра. Надо подождать 20 минут. Маш, некогда ждать. Дело Громова совершенно гиблое. Все против него. И поэтому я советовал сразу же чистосердечно признаться. Тогда можно было бы давить на состояние аффекта, добиваться смягчения приговора. Но Громов, он же упрям как волн, слушать ничего не хочет. Скажите, ну вот как мне его защищать? Зацепиться не за что. Аркадий Соломонович, а если появятся новые данные? Ну вот когда появятся, тогда и будем думать, что делать. А пока что, увы. Я бы хотела вас попросить... видеть место преступления. А почему вы ко мне? Потому что мне нужно как можно быстрее. Вы можете помочь? Если честным образом, то хоть сейчас. Сколько тут пробудете? Ну, не больше полчаса, думаю. Хорошо, тогда я вернусь через полчасика. Да, да. Я зашел в квартиру. Как обычно, пошел в комнату. Там был полный разгром. Рита на полу, вся в крови. Она была уже мертва. А как вы это определили? Я бросился к ней, думал, что еще можно как-то помочь. Стал делать искусственное дыхание, но пульса уже не было. Вызвал
скорую помощь и полицию. Ваша честь, в деле есть показания родителей Маргариты Солодовой о том, что Громов вел себя с ней крайне грубо и пренебрежительно. Оскорблял и даже избил ее месяц назад. Я ее не бил. Ваша честь, из показаний родителей убитой следует, что они неоднократно были свидетелями ссоры дочери с Громовым по телефону, после которой Маргарита Солодова плакала и утверждала, что Громов ее убьет. Слушайте, это полный бред. А вы можете назвать суду причину вашего расставания с Солодовой? Рита, она была ревнивой. Звонила, проверяла, устраивала скандалы. И наши отношения очень быстро превратились в настоящую пытку. Поэтому я принял решение расстаться. А как Солодова попала в квартиру в ваше отсутствие, если вы, как утверждаете, уже расстались? У нее были ключи. Я их ей дал в самом начале наших отношений. Я сам тут уже несколько раз прошелся, но, увы, ничего. Шевцов со своими ребятами все до последней пылинки перетряхнул. Аркадий Соломонович, ключи от этой квартиры обнаружили убитой в сумочке. Значит, она все-таки могла сюда попасть и без Громова. Возможно, Громова все-таки подставили. Да, возможно. В таком случае реальный убийца должен был назначить ей встречу в этой квартире. Алло. Конечно, не сплю. Маш, убийство произошло в тот день, когда мы с Андреем вернулись в Москву. Он следователю соврал, что был на работе. Не хотел меня впутывать в этот ужас. Тоже мне благодетель. Ир. Пожалуйста, выкини из головы всю эту историю. Пока не могу. Не знаю, у тебя валерьянка есть? Нет. А пустырник? Тоже нет. Ничего нет, понятно. Я завтра все привезу. А ты сейчас ложись, закрывай глаза и считай до 100, хорошо? Все, давай отключаюсь. Спокойной ночи. Изучив материалы дела, суд постановил отклонить ходатайство защиты о применении к обвиняемому Громову в качестве меры пресечения подписки о невыезде и применить в качестве меры пресечения заключение в следственном изоляторе сроком на 2 месяца. Срок пребывания меры пресечения исчисляется от дня вынесения постановления. Браво, Ирина Викторовна. Вы, как всегда, на высоте. Обедать идете? Пока нет. Людочка, вы в кафе? А давайте вместе. Аркадий Соломонович, я не смогла принять другого решения. Вы же сами признаете, что в этом деле все
Все против Громова. Признаю. Но все-таки надеялся на снисхождение. Громов ведь не уголовник. Ну, а вы как-то так неформально заинтересовались. 2 месяца СИЗО, ведь с его статьей совсем непросто там будет. В СИЗО всем непросто. Закон есть закон. Аркадий Соломонович, мне нужно свидание с Громовым. Ирина Викторовна, вы же судья на процессе. Я беру самоотвод, теперь я частное лицо. Ну так ведь и Громов может не захотеть. А вы убедите, Аркадий Соломонович, пожалуйста. Анатолий Иванович, я нарушила профессиональную этику. Дело ко мне попало случайно. Я не успела просмотреть его до заседания. Поэтому я на заседании растерялась. Вполне можно понять. Нет, я должна была сразу объявить самоотвод. Сразу, как только увидела обвиняемого, это мой знакомый. Поэтому вы должны объявить мне взыскание. Я уж как-нибудь сам разберусь. Ирина Викторовна, чего я должен? Да извините. Ваше решение по делу вполне обоснованно и справедливо. Как я же нарушила... Доктор, не надо перегибать палку. Уверяю вас, ничего страшного не произошло. Вы, как всегда, были очень профессиональны. За что и ценю. Спасибо. Я считаю, что сейчас вам просто необходим отпуск. Какой отпуск? Небольшой. Несколько дней на природе. И вы перестанете так переживать из-за ерунды. Анатолий Иванович, у меня очень много дел. Насколько я знаю, срочных дел у вас в графике сейчас нет. Найдем замену, не волнуйтесь. Ирина Викторовна, дорогая моя, ну послушайте вы доброго совета. Отдохните. Да. Да, вы, наверное, правы. Ну вот и отлично. Заявление мне напишите и прям с завтрашнего дня. Лицом к стене. Время свидания 20 минут. Я взяла самоотвод по твоему делу. Оно вообще попало ко мне случайно. Я не сразу поняла, как мне себя вести. Я не могла им заниматься. Не могла оставаться полностью беспристрастной. Ты отрицаешь свою вину, но пока суд не решил иначе, я должна исходить из презумпции невиновности. Я очень хочу тебе верить, но согласись, все против тебя. Какая ты стала? Исходить из презумпции. Все логично. Вот только я никогда бы не подумал, что ты вот так. Меня подставили, а ты мгновенно поверила, что я убийца. Да я хотела бы верить во что-то другое, но у меня ни одной зацепки, ни единой, ничего в твою пользу. Тогда зачем ты пришла? Почему ты не сказала, что ты судья? Ты не спрашивал. Впереди 2 месяца, Я постараюсь разобраться. Спасибо, не надо. Для этого у меня есть адвокат, который тоже считает меня убийцей. Аркадий Соломонович прекрасный специалист. Я уверена, я знаю. Нет, успокойся. Езжай домой, живи своей жизнью.
Свидание окончено. Андрей, подожди. Уведите меня отсюда. Собственно. Не взял. Я же вам говорил, Громов упрям как вол. Вот спрашивается, как мне его защищать? Аркадий Соломонович, я просто не успела. Пожалуйста, найдите возможность передать ему. Спасибо. Исключенному Громову. Слышь, Мокрушник! Чего целыми днями молчишь? Давай, расскажи нам, добрым людям, кого замочил душегуб. Чего хавальник отвернул? Давно по нему не получал? Громов, иди сюда. Держи, от тебя. Верните обратно, я не возьму. Ты чё, Громов? Меня на побегушке определил? Держи, говорю. Я тебе ничего не передавал, понял? О, труба пришла. До сюда. Ты ещё почему? Потому что, что в хату попало, то наше. Ты в очереди постоишь. Слышь, ты здесь свой нервяк нам не показывай. Тут все на нервике. Трубу на общак и не борзей. Иначе под шканарь загоним. Дай трубу. Стоять, пусто! Руки! 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 Вы что в мою смену устроили? Всех! На 15 суток в карцер. За что, начальник? Рот закрой! А он сам начал! Что за беспредел, начальник? А этого в лазарет. Я юрист Ирина Викторовна Карелина. Мне необходимо поговорить о Маргарите. Проходите. Спасибо. Здравствуйте. Мам, это юрист по поводу Риты. Присаживайтесь. Спасибо. Отец слег у нас после всего. Даже в суд не смогли прийти. Спокойно. К следователю уже все рассказали. Вы знаете, я хотела бы подробнее узнать об отношениях Маргариты и обвиняемого Громова. Вы понимаете, сейчас важна любая информация. Рита бедненькая. Так и говорила, убьет он меня. Как предчувствовала. Подождите, при каких обстоятельствах она это говорила? Да все время. Позвонит ему, а потом плачет, плачет. Никак успокоиться не может. Скажите, последнее время Маргарита, может быть, конфликтовала с кем-то? С кем-то еще, кроме Громова? При чем здесь другие-то? Суду нужно как можно больше информации, чтобы найти и наказать действительно виновного.
убийцу оправдать хотите, да? Суд рассматривает разные версии. Версии? Думаю, что... Какие версии? Это он убил. Смертной казни сейчас жалко. Это все. Давайте уходите отсюда, немедленно. Уходите. И ничего нового мы вам не скажем. Тихо, Гриша. И на суд мы придем. И мы скажем, что это Громов убийца. Все, уходите. Гриша, тихо, Гриша. Гриша, тебе нельзя. Ну, уходите, пожалуйста. Ну, не видите, ему плохо от ваших вопросов. Ну, извините меня, пожалуйста. Я все-таки прошу, если вдруг вы вспомните о каких-то конфликтах Маргариты, пожалуйста, сообщите следствию. Извините еще раз. Подождите! Я могу вам рассказать про Риту. Только пойдемте в парк, тут недалеко, а то мама увидит. Пойдем. Рита была вся в отца. Ссорилась со всеми, заводилась в полуоборота. Правда, быстро остывала. А с Андреем ее как заело. Она вбила себе в голову, что он мужчина ее мечты. И никак не хотела от него отлипнуть. Бегала за ним, унижалась, сцены ревности закатывала. Вот ваши родители утверждают, что Громов ее избил. Это правда? Да вы что? Он ее и пальцем ни разу не тронул. А кто же ее избил? Другой мужчина. А что, у Риты были другие мужчины? Были. Понимаете, Рита очень злилась, что Андрей не женится на ней. Поэтому и загуливала от него напропалую. Один из таких случайных ее и побил. Почему тогда ваши родители утверждают, что это Громов ее избил? А они не в курсе про других. Рита как-то раз привела Андрея домой и познакомила с мамой и папой. А потом сказала, что Андрей ее жених. И когда не появлялась дома ночью, родителям говорила, что с ним. А когда ее побили, то все свалило на Андрея, чтобы самой не засветиться. Оль, скажите, а вы знаете мужчину, который ее избил? Нет, со случайными кавалерами она не знакомила. А где она с ними знакомилась? В интернете, в соцсетях? Может быть, осталась какая-то переписка? Редко в интернете не знакомилась. Она в бар ходила. В бар? А что за бар? А я могу показать, тут недалеко. Да? Добрый день, Кирилл Юрьевич. Можно? Здравствуйте, Игорь Петрович. Что-то вы давно к нам в суд не заходите. Я даже соскучился. Так мы же разводимся с сыры. Разве вы не знаете? Нет. Куда-то собираетесь? Да, меня уволили. Что я все о себе да о себе? Вы же зачем-то пришли? По делу? Да-да, я по делу. Вы знакомы с Андреем Васильевичем Громовым? Конечно. Мы учились вместе в институте. Недавно случайно пересеклись. А почему спрашиваете? А Громов вам звонил 3 дня назад? Да, Андрей мне звонил. У него было какое-то дело, он хотел встретиться, но у нас ничего не получилось. А почему вы спрашиваете? Громов обвиняется в убийстве. Да нет. Да, ну Андрей бы не смог. Ну, вы же сами говорите, много лет не виделись. Люди меняются. Ну, тут вы правы. Мы действительно давно не виделись. И многое могло произойти. Ну и кого она, в смысле, кого убили? Молодую любовницу, по его словам, бывшую. Ну да, крыша у него, по-моему, ехала. Это было. Ну и что? Его вина окончательно доказана? Ну, если даже вам в его пользу сказать нечего, считайте, что да. Громов единственный подозреваемый. Все доказательства против него, увы. Кошмар какой-то. Андрей убийца. Как-то в голову это не идет. Вы меня простите, я пойду. До свидания. Да, жизнь штука непредсказуемая.
Здесь. Ну, пойдем. У тебя есть фотография Риты? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вам вот эта девушка не знакома? Да. Она часто тут тусуется. Рита, кажется. Да. Мы ищем одного ее знакомого. С кем она здесь встречалась? Ну, вообще, она девушка общительная. Вот точно помню ее за столиком с Серым. Серый, кто это? Байкер один. Бешеный. Почему бешеный? Да потому что чуть что сразу в драку лезет. На днях заявился весь в кровище. Вся куртка с ног до головы. Охрана попыталась его вывести, так он в драку опять полез. А в какой день это было? Воскресенье. А, нет, в понедельник. Точно в понедельник? Да. Я тогда на подмене работал. Спасибо. Это тот самый день, когда убили Риту. Игорь Петрович, необходимо найти этого байкера. Он мог выследить Солодову, приревновать ее к Громову и убить в квартире из ревности. Это же новая версия, вы согласны? Ирина Викторовна, а почему не сказали, что знакомы с Громовым? Он ведь друг вашей молодости. Я сама не знала. Я дело увидела только на заседании и растерялась. Ну, потом-то можно было сказать. Почувствовал себя последним лохом, когда увидел в распечатке звонков ваш номер. Извините меня. Ладно, проехали. Я только что был у Кирилла на работе. Он-то мне и рассказал про вашу студенческую дружбу. И про развод, кстати, тоже. Игорь Петрович, а вот мне очень не хотелось бы обсуждать мою личную жизнь. Кстати, я и вас должен просить. Громов звонил вам накануне убийства. О чем был разговор? Андрей не знал про развод. Радовался нашей встрече, хотел прийти в гости. Пришел? Нет. Я сказал, что мы с Кириллом расстались, и мне не до гостей. Ирина Викторовна, вам нужно отвлечься. И раз уж вы теперь свободная женщина, может быть, поужинаем вместе? Игорь Петрович, я правда очень-очень устала и не до ужина мне. Ну вот, придется Людочку секретаря в ресторан вести. Да разыщем мы вашего байкера, не волнуйтесь. Только не надо больше играть в Шерлока Холмса. И без вас есть кому расследованием заниматься. Хорошо? Хорошо. До свидания. До свидания. Вот твоя койка. Обустраивайся. Хлопец, это ты в камере там драку-то устроил? Ну все, хана тебе. Витька и Седова из-за тебя в карцер отправили. Так что теперь тебя в любой камере достанут. А я не собираюсь в камеру. Чудик, куда ж ты денешься? Денусь, если ты поможешь. Шо? А это как? Громов, Кривенко, в общий сортир живо. А если мы не хочем? Так захотите. Дезинфекция. Пошли вон из палаты. Ой, захотел. Ой, мама дорогая, правду захотел. Ой. Кривенко! Ты куда повелся? Черт. А ты что застрял? Давай, давай.
Сам придумал? Научили. Уже сидел, что ли? Ир, я вот у них заказывала. С доставкой на дом. Вот эти. Чуть мне оттенок не нравится. Ты просто привери, да? Вот зачем ты Шевцова завернула, скажи мне? Сходила бы с ним поужинала, отвлеклась бы от всего. Маш, я и так отвлекаюсь. Видишь, какой порядок вожу. Чай хочешь? Нет, спасибо. Ты знаешь, потом с Шевцовым это был бы не ужин, а свидание. Он давно мне глазки строит. А после того, как узнал про развод, так вообще. Ну, Шевцов всем глазки строит, не только тебе. А в тебя он все-таки чуточку влюблен, это видно. Ты хороший мужик, Шевцов. Умный, веселый, не жадный. Поможет всегда, если что. Вы были бы красивой парой. Маш, вот за кого ты меня принимаешь, а? Вчера развелась, сегодня любовник на камне посудим. А завтра муж прокурор? Ир, ну... Ир, прости меня, пожалуйста, я совершенно не то имела в виду. Я наплюю вообще на всех мужиков. Занимайся собой. Я занимаюсь собой. Вернее, пытаюсь разобраться в себе. Не лезь в дело Громова, а? Пускай им прокуратура занимается. Маш, я очень тебя прошу. Только ты мне нервы не мотай, ладно? Я же хочу как лучше. Я хочу, чтобы ты вкус к жизни снова почувствовал. Все, пойдем занавески закажем. Ну, пойдем, пойдем. А потом я тебе такого косметолога посоветую. Он такой массаж лица делает. Потрясающий. Сразу 5 лет долой. Мама дорогая, кровиша! Нахрена ты хлорку жрал? Итог. Врач! Эй! Помогите! Алло. Да, Аркадий Соломонович. Да, я слушаю. Я слушаю, рассказывайте подробнее. Соседи говорят, должен быть дома. Игорь Петрович, сейчас все сделаем в лучшем виде, тем более санкции-то имеются. Так, ребят, пойдемте. Ирина Викторовна, что же мне не поверили? Решили лично убедиться. Вон он, тот самый байкер по кличке Серый. Вы так быстро его нашли. Ну, это было несложно. В баре его многие знают. Ну, серьезно, почему вы здесь? У вас же отпуск. Игорь Петрович, у меня к вам будет огромная просьба. Я весь внимание. Аркадий Соломонович сказал мне, что вчера у Громова открылась язва. В СИЗО ему не смогут оказать квалифицированную помощь, поэтому его нужно переводить в больницу. Я же просил вас не вмешиваться в это дело. Игорь Петрович, вы что, не понимаете?
У него открылась язва, у него кровотечение, высокая температура. По закону подследственный в таком состоянии должен быть переведен из следственного изолятора в больницу. Поэтому я требую... Ах, вы требуете. Игорь Петрович, я прошу, я очень прошу вас. Ну, он просто умрет без медицинской помощи. Хорошо. Я решу этот вопрос, но учтите, только ради вас. Спасибо. Игорь Петрович, что еще? Я могу присутствовать на допросе байкера? Я подумаю. Спасибо. Алло, Панкратов, что там у нас с Громовым? Ничего себе. Так чего вы ждете? В больницу его быстрее переводите. До свидания. Ну что, как Андрей? Температуру сбили, но еще очень слаб, пластом лежит. Так, а что врачи говорят? Ничего пока. Анализы взяли, сегодня еще эндоскопию сделают. Ирина Викторовна, ну поверьте, это даже к лучшему. В больнице Громов гораздо в большей безопасности, чем в СИЗО. И не будем отчаиваться, да? Кажется, так все просто. Раз, два, и все через два месяца. Развод. А что могло быть еще? Детей нет, имущественных претензий тоже нет. Все просто, да. Ну, надеюсь, теперь твоя жизнь переменится к лучшему. К лучшему. Знаешь, меня уволили. Мой проект не прошел тендер, и Соколов меня раз под зад ногой. Сочувствую тебе очень, но, к сожалению, утешать тебя теперь не моя обязанность. Да, тебя, кстати, ждут. Всего хорошего. Да, ты права. Пока, удачи. Пока. А чего вы так долго разговаривали? Да просто пожелали друг другу удачи. Все. Смешно. Ну а чего, расставаться надо легко, без камней за пазухой. Ты расстроен? Да нет, ну все-таки столько лет прожили вместе. Я бы на ее месте извинилась. Зачем это? Зачем? Она хорошая, она же не поняла, что делает, что давила столько лет. Что, зато у меня теперь есть ты. Пойдем. Ирина Викторовна, это Шевцов. Игорь Петрович. Громов сбежал из больницы. Как сбежал? А как он смог? Да вот смог. А вам он не давал о себе знать? Нет. Игорь Петрович, я не совсем понимаю. Вы что, подозреваете, что я Громову устроила побег? Он мой старый знакомый, еще с института. Ваш друг кретин. Нельзя его было переводить в больницу. И как я мог поверить вашим просьбам? Никакой язвы Громова не было. Как не было? Вы понимаете, что он всех нас подставил? Меня, вас, всех.
И самое главное, что этим побегом он фактически признался в убийстве. Или вы до сих пор верите в его невиновность? Единственный выход для него сейчас — это сдаться как можно скорее. А вы, если хотите помочь следствию, подумайте хорошенько, где он может скрываться. Игорь Петрович, я не понимаю, почему вы подозреваете, что я... Интернет-магазин «Уют», доставка. Какой еще «Уют»? Игорь Петрович, это ко мне. Вообще-то это моя квартира. Проходите, пожалуйста. Товары проверять не будем? Нет, не нужно. Спасибо, до свидания. Извините, Ирина Викторовна. Я, пожалуй, пойду. До свидания. Thank you.
догадалась. Умница. Звони своим. Я тебе все равно ничего объяснить не смогу. Ты знаешь, а придется. Ты понимаешь, что ты натворил? Кто тебе поверит, что ты не убийца? А я не убивал. Ты поверь. Я верю. Я очень хочу тебе верить. Послушай, ты должен вернуться сам. Я поговорю с Шевцовым. Он оформит тебе явку с повинной. Слышишь? Нет. Что нет? Ты объявлен в розыск. Тебя найдут. У тебя нет другого выхода? Выход он всегда есть. Я поеду в провинцию, я там затеряюсь. Да нет же, ну, тебя найдут и сразу поймают. Ира, ты понимаешь, что такое тюрьма? Я буду сидеть там много лет за то, чего не делал. Я просто оттуда не выйду. Постой, ты весь горишь. У тебя температура под 40. Ничего, сейчас, пройдет. Сейчас, сейчас, подожди, у меня есть, есть аптечка в машине. Сейчас. Здрасте. Извините за ранний звонок, Ирина Викторовна. Да, Игорь Петрович. Ну, вы просились на допрос байкера. Байкера? А, да-да-да, байкер серый. Именно Сергей Новиков, допрос 5 часов, сможете? Да, да, конечно, я смогу. Игорь Петрович, скажите, а по делу Громова никаких новостей нет? Мои ребята обошли всех его знакомых, увы, никто не знает дело. Но это вопрос времени. А вам Громов не давал о себе знать? Нет. Ирина Викторовна, у вас почему-то голос взволнованный. Мы с Кириллом подали на развод. Да, это мало приятно. Ну что, сможете? Да, да, конечно, я буду в 5. Выпей, пожалуйста. Андрей, я очень хочу тебе верить. Но тебе придется мне кое-что объяснить. Помнишь, когда мы были здесь? Тебе кто-то позвонил. Ты очень нервничал, кричал, даже выбросил телефон. Сказал, что это был вредный заказчик. Это правда? Нет. Это Рита звонила. Она требовала встречи. Она все время чего-то требовала. Наши отношения, они стали невыносимыми. Она все время ревновала, устраивала какие-то дурацкие сцены. Давно вы расстались? Где-то месяц назад. Но она не захотела этого принимать. Она все время звонила, приходила. И каждый раз это был скандал. Почему ты не поменял номер телефона? Почему не врезал новый замок? Да пойми, я не знал, что все вот так обернется. Может быть, ты знал кого-то из ее бывших мужчин? Может быть, видела ее с кем-то? Нет, я все время думаю, кто мог ее убить. Я не знаю, это тупик. Все не так плохо. Температура начинает падать. Андрей, мне нужно идти. Тебе здесь вообще появляться нельзя. Я отлежусь, и я завтра уйду. Нет, нет, нет. Сегодня допрос нового свидетеля по твоему делу. И я очень надеюсь, что у следствия появится новая версия. Я завтра приеду и все расскажу. Ты только жди меня, ладно? Я же уже все рассказал. Ну какого хрена вы меня здесь держите? А ты еще раз расскажи. Я уже говорил, что я с ней не знакомился. Это она со мной познакомилась. Подошла, байк ей мой понравился. Напросилась прокатиться, я прокатил. Потом в койке у меня оказалась. В тот же вечер. Потом пропала на неделю. Трубу не брала. Потом объявилась, как ни в чем не бывало. Я понял все сразу. Есть кто-то другой. Ты ее ревновал? Пытался узнать, с кем еще она встречается?
Че там пытаться-то? Ну, припер ее к стенке, она расквакалась. Да, был там кто-то у нее какой-то там. Но они расстались уже. При мне она фотки стерла. Он? Он. А убил ты Солодову из древности? А что ты решил, что я ее убил, а? Ну почему? Почему не он? В день убийства ты встречался с Солодовой? Нет, не встречался. Я уже говорил. Но я ее видел случайно. На улице пересеклись. Ну, смотрю, чешет куда-то нарядное. Я за ней... Пошел. Полчаса по дворам таскались. Потом возле дома какого-то она остановилась. Ну, позвонила. Я, мол, все на месте внизу. В подъезд зашла. И ты пошел за ней? Нет, не пошел. Я на лавке сидел, ждал. Непонятно, чего ждал только. Ну? Долго ждал-то? До минут 40. Потом этот заявился. Да я уже к тому времени остыл. Подумал, если она так с самого начала со мной крутит. Нахрена она мне нужна тогда? Ты что меня тут лечишь, а? Тебя видели в баре в тот день, вечером. И куртка твоя была в крови! И что? Я ж сказал, мне обидно было, что она меня вот так бортанула. Ну, сцепился там с каким-то в баре дядькой. Он спецназ бывший, влепил мне в нос, у меня кровяка хлынула. Я же вообще подумал, что это он меня слил, когда вы ко мне заявились. Я поэтому побежал. Ну все, я сказал уже, ну нечего мне добавить, но... Отпусти! Давай начнем сначала. Только теперь правду. По результатам экспертизы, кровь на куртке действительно его. Ну что, вы удовлетворены? Очень нервничает. И алиби у него нет. Так и никаких свидетельств, что он был в квартире Громова, тоже нет? Если бы я привел его в суд, вы бы вынесли решение содержания его под стражей? Нет. Я так и думал. Кстати, вот новое заключение по поводу брызг крови. Учитывая характер нанесения ранений, положение тела и плотность одежды убитой, вероятность попадания брызг крови на одежду убийцы не исключается. Но крайне маловероятно. Маловероятно, но возможно. Ирина Викторовна, понимаете, что лучше всего для Громова явиться сюда самому? Конечно, понимаю. Игорь Петрович, вы сейчас меня прожжете взглядом. Я не совсем понимаю, вы меня в чем-то подозреваете? Извините, задумался. Этого кренделя я отпускаю по подписку. Хотя, на мой взгляд, и эта мера излишняя. Он явно ни при чем. Сергей, я юрист, тоже занимаюсь расследованием убийства Маргариты Солодовой. Ты чё? У меня к вам всего один вопрос. После того, как Солодова вошла в подъезд, из него выходил кто-нибудь? Ну, до того, как туда зашел ее бывший мужчина. Вы что, издеваетесь, что ли? Достали вы меня уже. Скажите, выходил или нет? Ну, выходил мужик какой-то. Дальше что? Кто-то зашел, кто-то ушел. Чего вы прицепились ко мне? Достали уже. Устал я, домой иду. Thank you.
Андрей! Андрей! Зачем ты ушел? Погоди, что случилось? Я пришла и увидела, что тебя нет. Я подумала, что ты ушел. Понимаешь, я подумала, что ты ушел совсем. Все, успокойся. Что ты со мной делаешь? Что ты делаешь со мной? Неужели ты не понимаешь, что я пытаюсь тебя спасти? Ира, успокойся, слышишь? Я пытаюсь тебя спасти, а ты... Ну, я здесь, ну, все. Неужели ты не понимаешь, что я пытаюсь вытащить тебя? Пытаюсь тебя вытащить, а ты... Все, я здесь, все хорошо. Дай мою сумку. Где мой телефон? Доброе утро. Замок был сломан, я починил. Ты проверь, все ли на месте. Прости. Доброе утро. У меня была одна версия, что Риту убил один из ее любовников. Но, к сожалению, версия не подтвердилась. Слушай, давай ты больше не будешь лезть в это дело. Ты сейчас соберешь вещи и просто уедешь. А давай ты даже не будешь меня уговаривать. У тебя все равно ничего не получится. Давай лучше подумаем. Риту убили в твоей квартире. Не из-за ревности. Значит, тебя хотели подставить, и это все было заранее спланировано. Как ты думаешь, кто же может так тебе страшно мстить? Ты вообще о чем говоришь, а? Ну какая месть? Я в Москве недавно, у меня было всего несколько проектов. Ну вот, расскажи об этих проектах. Ира, это смешно. Хорошо. Первый. Одному мужичку дачный домик переделал в коттедж. Ему все понравилось. Так, хорошо. Дальше. Дальше. Обустраивал особняк директору очень крупной строительной фирмы. Ему тоже все понравилось. Он подкинул мне еще одного клиента из департамента строительства. Тот предложил поучаствовать в конкурсе. Все довольны. Ты говорил, что после конкурса у тебя повалили заказы. Может быть, тогда ты кому-то дорогу перешел? Слушай, ну, все эти заказы были небольшие. Убивать из-за них, ну, это, не знаю, психиатрией попахивает. Ну что, все небольшие?
но был один большой. Но это даже не заказ. Это предложение поучаствовать в тендере на строительство офисного здания для компании «Газоразведка». Но в тендере еще нужно победить. «Газоразведка»? Угу. Привет, Маш. Ой, кто к нам вернулся? Я тебе сейчас отличного пуэра налью. Спасибо, я не хочу. Машенька, что у нас сегодня, а? По работе? Да. Погоди про работу, давай поговорим про твой отпуск. Как ты его провела и, главное, с кем? Ты прости, пожалуйста, у меня голова очень болит. Что-то она у тебя часто стала болеть. Громова твоего так и не нашли. Шевцов рвет и мечет. Да, я знаю. Может быть, хватит разговоров, а? Давай работать. Откуда ты знаешь, что Громова не нашли? Я Людочку, секретаря, в коридоре встретила. Ну, конечно. Конечно, как я не догадалась. Людочка у нас известная сорока. Ира, а ты точно не с ним была? Да ты хоть понимаешь, что ты творишь? Ты понимаешь, что ты себя подставляешь, ты же всем рискуешь, своей репутацией, карьерой, всем! Ты беглого преступника покрываешь, судья! Маша, я понятия не имею, где Громов. А преступник он или нет, это решит суд. Зачем ему было бежать, если он не виновен? Потому что он сидел в камере с рецидивистами, для которых убить, расплюнуть была драка. Их посадили в карцер. Они такого не прощают. Маш, я правда не знаю, где Андрей. Дай мне сегодняшние и завтрашние дела. Да, конечно. Это сегодняшние, а эти два завтрашние. Спасибо. Пожалуйста. Да. Ты, конечно, железная женщина, Ира. Осужденный Макаров неоднократно делился с подсудимым Абрамовым своими планами об ограблении склада их работодателя Венцова. И тем не менее, Абрамов дал Макарову ключи от склада. В ночь с 15 на 16 мая текущего года Макаров проник на склад, где его застал сам Венцов. В результате драки Венцов был убит. Прокуратура выдвигает против гражданина Абрамова обвинение по статье 33 Уголовного кодекса Российской Федерации, пункт 1, активное пособничество. И требует для обвиняемого максимальной меры наказания 2 года колонии строгого режима. Подсудимый, встаньте. Вы признаете себя виновным? Нет. Откуда я мог это знать? Садитесь. Слово защите. Ваша честь, мой подзащитный слышал от Макарова высказывание о том, что Макаров собирается обокрасть Венцова. Но он искренне не верил в результативность этой кражи. Поэтому защита просит для обвиняемого условные меры наказания. Ваша честь, возражаю. Даже после убийства Венцова подсудимый не пошел в полицию. Хотя уж тут-то наверняка был уверен, что убийца – Макаров. Абрамов фактически укрывал убийцу, опасного для общества человека. А если бы Макаров убил еще кого-нибудь? Речь скорее идет о преступном легкомыслии, чем о его неактивности. Но легкомыслие, которое может поставить под угрозу жизнь других людей, безусловно, преступление. Заседание переносится. Суду необходимо разобраться в юридических аспектах этого дела. Статья пособничества совсем недавно корректировалась. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы кому? Фирма «Вертикаль». Мы подавали проект на тендер. Вот хочу его забрать. Конечно. Вы звонили. А я все думала, когда от вас кто-нибудь придет. Сейчас. Спасибо. Доверенность давайте. Доверенность. А, доверенность. Я забыла в офисе, в суете сунула в папку с другими документами. Извините, без доверенности нельзя. Да, придется вам еще раз приезжать. А знаете, вот жаль, что ваш проект сняли с конкурса. Он был, даже не знаю, как сказать, впереди планеты всей. Правда? Угу. Значит, мы выиграли бы. Да, конечно. Но здесь вообще все страшно жалели, когда выяснилось, что Громова арестовали, и придется снять вас с конкурса. Да, у нас тоже все были в шоке, когда позвонили из прокуратуры. А вам тоже прокуратура сообщила, да? Нет, накануне финала мы делаем запрос в правоохранительные органы. Заказ серьезный, и это стандартная процедура нашей службы безопасности, сами понимаете. Лучше всегда перестраховаться. Конечно. А что с Громовым? Следствие пока идет, еще непонятно. Подскажите, пожалуйста, кто выиграл? Потому что в интернете никакой информации нет. Да, мы еще не опубликовали результаты. Так, сейчас скажу. А, победила фирма «Строй Дизайн Инвест». Если честно, ваш проект был самый лучший. Да? Mm-hmm. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Куда моталась-то между заседаниями, молчунья? В магазин ездила. Решила следовать твоим советам. Меняю гардероб и начинаю жить заново. Почему обновочки не показываешь? Машка, я не купила ничего, так выбирала просто. Тебя подвезти? Нет, спасибо, Владик уже за мной едет. Ну, отлично. Тогда пока. Пока. Спасибо. Алло, Владь, ну ты где? Напугал. Ты чего здесь делаешь? Нам нужно поговорить. Нам есть о чем говорить? Да. Да. Ну, пойдем. А
проходи. Папки там на столе положи. А у тебя ничего здесь симпатичное? Да, спасибо. Кирилл, скажи, а что ты знаешь о фирме «Строить Дизайн Инвест»? А почему спрашиваешь? У меня завтра заседание. Махинации с недвижимостью. Нет, фирма здесь ни при чем, просто хочу знать о них побольше. А, ну, что, солидная компания. Давно на рынке. На хорошем счету. Ничего еще. А много у них проектов одновременно? Я не знаю. Десятки. Возьми. Зачем? Ну, чтобы снимать квартиру. Ты сейчас без работы. Ну, а ты потерял из-за меня жилье, поэтому я должен как-то тебе помогать. Нет, 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 ты мне ничего не должен. Увидимся в ЗАГСе 25-го. Ну, как хочешь. Кирилл, мне работать еще до утра, прости. Да, ко мне опять Шевцов приходил и рассказал про то, что Андрей сбежал из СИЗО. И... Бедный парень, я не могу поверить, что он убийца. А ты не верь, если считаешь себя его другом. Ну, ты держи меня в курсе там, как чего, ладно? Это закрытая информация. Пока. Пока. Игорь Петрович, скажите, а почему ваши люди за мной шпионят? Что? Мои люди за мной шпионят? Да? А чья машина тогда во дворе сейчас у меня стоит? А, поняла. Хорошо. Я еду к вам. Спасибо, буду ждать. Да, Игорь Петрович. Ирина Викторовна, какая радость! Покажите машину. Тут незаметно. Игорь Петрович, а ее нет. Показалось? Да нет, не показалось. Она ехала за мной всю дорогу, въехала сюда во двор. Я вообще подумала, что это вы. Ага, за 5 минут оформил наружку. Делать мне больше нечего, за вами шпионить. Номер-то хоть запомнили? Да не запомнила я номер. Но я ж думала, что это вы. Сыщик из вас, Ирина Викторовна, никакой. Ладно, представлю кого-нибудь из своих на всякий, как говорится, пожарный случай. Нет, Игорь Петрович, не нужно. Ирина Викторовна, вы же понимаете, что если за вами действительно следят, это может быть очень опасно. Я понимаю, но не нужно. Значит, вы меня сами позвали для того, чтобы потом город отказаться? Где логика? А, понимаю. Вы не хотите, чтобы я узнал, где вы бываете, так? Прекрасно. Я подозревал. Ира, ты же понимаешь, что ты поддалась каким-то личным эмоциям? Какое положение ты меня ставишь? Ты же понимаешь, что как только у меня появится доказательство твоей связи с Громовым, я буду вынужден действовать по закону, ничем не смогу тебе помочь! Понимаю, хватит меня учить!
Игорь Петрович, пожалуйста, ну помогите мне. Пробейте руководителя фирмы «Стройдизайн-Инвест» Радова Геннадия Арсентьевича, 1973 года рождения. Не числится ли за ним какого криминала? Да пробью я твоего строителя, не вопрос. Но если там глухо, я боюсь, мы окажемся по разные стороны баррикад. Игорь Петрович, спасибо. Вы настоящий друг. Я пойду. Мне просто еще три дела до утра изучить надо. Иди. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Рассмотрев материалы дела, суд постановил назначить обвиняемому Абрамову Николаю Ивановичу в качестве меры наказания 2 года лишения свободы условно с освобождением в зале суда. Ирина Викторовна, я подам апелляцию. Ваше право, Игорь Петрович. Первый раз на моей памяти ты принимаешь решение, руководствуясь эмоциями, не фактами. Это же профессиональная деградация, черт возьми. Неужели ты этого не понимаешь? Подавайте апелляцию, Игорь Петрович. А о моей профессиональной компетенции пусть судит начальство. Извините, Ирина Викторовна, что нарушил субординацию. Простите меня, Игорь Петрович. Скажите, вы узнали что-нибудь по «Стройдизайн-Инвесту»? Да чистую, Радов как стеклышко, ни одного привода. Даже свидетеля ни разу не был. И по фирме то же самое. Не там роешь, Ира, и вообще не на той ты стороне. Простите меня, пожалуйста, я думала, что Кирилл, он до сих пор ходит за вами. Я боялась, что он меня бросит и уйдет к вам. Ну, вот и следили бы за ним. Он бы сразу узнал мою машину. Простите меня, пожалуйста. Только вас умоляю, ничего не говорите ему, а то он будет очень злиться. Хорошо, не бойтесь, я ничего ему не скажу. Смотри, пожалуйста, вот это вот нужно или можно выбрасывать? Это выбрасывать, есть 3D. Пожалуйста, это можно, это очень, очень нужно. Сейчас, подожди, еще вот. А вот эти вот штуки нужны? Выбрасывай, пожалуйста, все. Только дай мне заняться делом, пожалуйста. Милый. Кирюш, ты устал. Слушай, ты как встретишься с этой своей Ирой, сразу сам не свой. Поехали опять в Прагу, а? Пожалуйста. Ты же знаешь, что мне сейчас не до поезда. Купим билет на ближайшую дату, а на эти выходных поедем к моей тетке в Зарайск, сменить обстановку. Кирюш, тебе сейчас просто необходимо отдохнуть. Просто всего вот этого. Спасибо, что без тебя делал. Спасибо. Ты сегодня во сне кричал.
кошмары. Я не запоминаю слов. Андрей, ты так доведешь себя. В 19 веке французский химик Мэри обнаружил, что в крови есть железо. Да? При чем здесь химик? Ну, ты послушай, пожалуйста. Ну, вот он обнаружил, что в крови есть железо, и чтобы доказать любимой свои чувства, он решил подарить ей кольцо из железа, добытого из собственной крови. Прости. Да, Игорь Петрович? Да? Да, могу. Хорошо. Это Швцов. У него новые данные по делу. И просит приехать в ОВД. А что за данные? Не знаю. Но очень надеюсь, что хорошие. Ну и чем закончился опыт? Какой опыт? Ну, химика с кровью. А. Ну, кольца он так и не подарил, умер от недостатка крови. Ир, что бы там ни было у Шевцова, ты должна думать в первую очередь о себе. Обещаешь? Зачем ты мне рассказал эту историю про химика? Андрей, я очень прошу тебя, не выходи никуда из дома. Я скоро приеду. Ты не должна так рисковать. Меня все равно не спасешь, а себе навредить сможешь. Не возвращайся. Я скоро приеду. Как вы могли проглядеть такую улику? Где ты взял этих оперов? Где они учились оперативной работе? В супермаркете? Игорь Петрович, они нормальные ребята. Просто маловато опыта. Но ты же сам бывший опер. Да чего ж ты нянчишься? Давай, передавай опыт! Войдите! Здравствуйте. Я не вовремя. Ну что вы, Ирина Викторовна, проходите, проходите. Проходите. Вот, взгляните. Печатка Громова. Вторая из пары лежит в прихожей, в его квартире. Сегодня повторный обыск делали. Кровь Солодовой. Перчатку нашли за мусорным баком, за тем самым, в который убийца выбросил нож. Почему ее нашли только сейчас? Да потому что некоторые следаки слишком много доверяют бестолковым операм. Игорь Петрович. Дворник нашел перчатку. Мусор вывозят раз в несколько дней. Как раз вчера меняли баки. В общем так, короче, дворник увидел кровь, про убийство он знает, его допрашивали. Поэтому сразу позвонил в полицию. Предполагаю, что Громов обронил перчатку в попыхах, когда нож выбрасывал. Что это перчатка Громова, нужно еще доказать. Потому что ей мог воспользоваться настоящий убийца. Да пойми, ты все складывается одно к одному. Все улики, пусть косвенные, против Громова. Мотив железный. Солодова, оказалось, не только скандалила и мешала ему жить, она еще изменяла ему! И ни одной зацепки в ее пользу, понимаешь? Ни одной! Ира, тебе плохо? Нет, я пойду на воздух, подышу. Фу. Че ты стоишь? Че ты стоишь? Скорую! Быстро! Дежурный! Ну что, 170 на 100.
Володя, два кубика ножкой сделай. Вы гипертоник? Нет, у меня всегда нормальное давление. Сейчас укольчик сделаем. Сосуды расширятся. Давление стабилизируется, Ладко. Первый раз такой скачок? Да. А еще жалобы есть какие-нибудь? Да нет. Ну, голова подкруживается иногда по утрам. А тошнота, рвота? Иногда. А температура? Вы знаете, я как-то не отслеживаю. Вообще надо отслеживать. Угу. Ну вот. Уже лучше. Как голова? Не кружится. Лучше, спасибо. Вообще, по-хорошему бы обследование сделать полное, и анализы. Да, я как-нибудь выберусь обязательно. И в первую очередь мой совет вам – сделайте тест на беременность. Что? А что вы удивляетесь? Тест на беременность? Ну, я так думаю. Точно в порядке? Да, да, да. Ирина Викторовна, позвольте, я вас отвезу домой. Где моя сумка? Вот она. Нет, не надо. Я сама. Я сама доберусь. Игорь Петрович, в чем дело? Дайте я пройду. Я не подумаю. Вы совершаете очередную глупость, и я вам этого не позволю. Да кто вы такой, чтобы мне что-то позволять или не позволять? Почему сопротивляетесь? Вам плохо, я просто отвезу вас домой. Дайте мне пройти. Ты просто не хочешь, чтобы я знал, куда ты едешь? А ты не думала, что если начнешь мешать, тебя уберут, как предыдущую любовницу? Пропустите меня. Хорошо, иди. Но учти, ты вынуждаешь меня действовать, причем немедленно. Потому что я не прощу себе, если с тобой что-нибудь случится.
Андрей. 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 Что нового? Видела Шевцова? Фу, как ты меня напугал. У Шевцова новая улика. Твоя перчатка. На ней кровь Риты. Перчатка. Глупость какая-то. Да что, все? Расследование закончилось? Я не знаю. Понимаешь, улика косвенная. Но все против тебя. Я хочу разобраться. А хватит. Хватит разбираться. Ты немедленно поедешь домой. Я уеду. Ты прости, нам просто нужно расстаться и как можно быстрее. Андрей, что ты такое говоришь? Что ты говоришь? Послушай, как ты сможешь жить? Как ты сможешь жить без документов, без возможности устроиться на работу, вздрагивая от страха каждый раз при виде полицейского? Ну, послушай меня! А я? Ты же понимаешь, я не смогу себе простить, если с тобой что-то случится. Давай думать дальше. Если тебя подставили не из-за московских дел, значит, ты кто-то из прошлого. Нужно вспомнить, вспоминай все до приезда в Москву. Слышишь? Все. Слушай, я запрещаю. Слышишь? Я тебе запрещаю лезть в мое прошлое. Так все, хватит. Хватит этих разговоров, хватит этого геройства. Ты немедленно поедешь домой, ты забудешь меня и начнешь жить заново. Ты поняла? Почему ты так не хочешь говорить о прошлом, а? Ты все время от меня что-то скрываешь. Или ты сейчас скажешь мне правду? Да хватит! Хватит меня спасать. Ты достала. Я не любил тебя. Ты слышишь? Я тебя не любил. Звоню. Хорошо, что ты дома. Шевцов сказал, что ты плохо себя чувствовала. Как сейчас? Нормально, все хорошо. Ты не поверишь. У тебя распродажа тут в торговом центре около дома. Я сейчас покажу, там такой пиджак. Мама! Маш, какой пиджак? Ира? Ир, ты что, беременна? Действительно. Еще надо сдать. Да какие анализы? Все же понятно. Тебя тошнит, голова кружится. От грома? Что будешь делать? Маша, что ты меня спрашиваешь? У меня столько лет не получалось. Ирка! Я так рада! Это же здорово! Можно теперь за шмотками? Нет, прости, не обижайся, мне нужно уехать. Далеко? Да не волнуйся, я не к Андрею. Даже не знаю, где он. А как же ты поедешь? Ты же даже за руль нельзя. Я на автобусе, купила билет, у меня вот через час рейс. Понятно, надо спешить. Ну, что, я тогда одна пойду за шмотками? Я так рада.
Спасибо, Маша, тебе за все. Ты что? Ты мне звони, потому что я же волнуюсь. Ага. Ну, могу тебе дозвониться, я волнуюсь. Все, я тебе расскажу, что я купила. Ой, Ирка, вот это да. Захлопнула. Ага. Эксперта. Отпечатки снять, все до единого. Что, плохо что ли? О, да, укачала немножко. Бывает. Простите, не подскажете мне? А, улица Добролюбова. Это в какую сторону? Это да? Туда, да. Вокзальную пройдете и прямо в Добролюбово упретесь. Спасибо. А то может помочь? Нет, нет, спасибо. Ну, давайте. Да, я слушаю, Игорь Петрович. Алло, Ира, как ты? В порядке. Слава богу. Почему вы спрашиваете? А ты где-то сейчас сидешь? Ты вообще где? Игорь Петрович, это что, допрос? Считай, что да. Я нашел Мечку Громова. Тут полный разгром. И нечего молчать. Если ты немедленно не скажешь, куда его перевезла, я буду вынужден объявить вас в розыск. Игорь Петрович, я не знаю, где Андрей, ничем не могу вам помочь. А, сказал бы еще Андрюша. В общем так, Ирина Викторовна, я даю вам последний шанс. Или вы начнете сотрудничать со следствием, или я буду действовать строго по закону. Да одумайся ты, в конце концов! Ира! Здравствуйте. Вы Валентина? Да. Я приехала из Москвы. Мне очень нужно с вами поговорить по поводу вашего бывшего мужа, Андрея Громова. Вы знаете, я вообще-то сейчас собралась уходить. Да, я понимаю, но это не займет у вас много времени. Правда. Ну что ж, проходите. Во дворе поговорим. Спасибо. Вы Андрею кто? Новая жена? Нет. Но мне не безразлична его судьба. Понятно. Значит, у вас роман, и вы хотите знать о нем все. В какой-то степени, да. Ну что ж, имеете на это полное право. Андрей убил человека в драке. Поэтому сбежал из Лепинска.
что такое? Вам плохо? Нет, нет. В автобусе укачало. Может, водички? Спасибо. Мне уже гораздо лучше. Скажите, а как и когда Андрей убил человека? Почему не заведено уголовное дело? Случайно убил. Ножом в пьяной драке. А чтобы не было дела, продал бизнес и откупился. Мы из-за этого и развелись. Мне стало с ним как-то страшно. А потом Андрей уехал. Городок маленький. Ничего ни от кого не утаишь. Да и вряд ли Андрею удалось бы начать здесь новый бизнес. Может, вам все-таки воды? Нет, нет, не нужно. Спасибо, мне лучше. Да, я пойду. Вы действительно мне очень помогли. До свидания. Всего хорошего. Я ж тебе сказал, Мальцева сильно не прессовать. Он уже готов. Да, звони по результату. Сергей Алексеевич, тут к вам из Москвы. Проходите. Здравствуйте. Чем обязан? Карелина, судья. Знаете, меня интересует, проходил ли по уголовным делам уроженец вашего города Громов Андрей Васильевич. Присаживайтесь. Спасибо. По поводу Громова уже был запрос из Москвы. От Шевцова. Да, он расследует дело Громова. На его имя ответы отправили. В прокуратуру. Странно, что судья лично приехал из Москвы по поводу Громова вопросы задавать. Разве судьи занимаются расследованием? Спасибо. Дело в том, что у меня появились новые данные, которых нет у Шевцова. Какие новые данные? Я поговорила с бывшей женой Громова. Она утверждает, что не так давно здесь, в Лепинске, Громов убил человека. Уголовное дело почему-то не завели. Это правда? Хм. Ну, вы даете. Если местных баб слушать, полгорода пересажать надо. Присылайте запрос, мы ответим как положено. А сейчас извините, дел по горло. То есть вы не будете со мной разговаривать? Я же сказал, присылайте запрос официально. Хорошо. Вам придет официальный запрос. И тогда бывшую жену Громова придется допросить. Всего хорошего. Алло. Слушай, тут ко мне баба непонятная из Москвы приехала. Судья. Про Громова расспрашивала. Подстраховаться надо. Скажите, до железнодорожного вокзала далеко? Пешком час. На машине 10 минут. О, нет, спасибо. Спасибо. Давай мы тебя подведем. Да успокойся. Thank you.
как же мне тебя не хватало. Ты прости меня. Я так старался тебя напугать, чтобы ты больше никуда не лезла. Ты ушла, и я сразу начал думать, что дальше. Понял, что ты все равно приедешь сюда. Рванул за тобой. Подожди. Так кого ты убил? Я никого не убивал. Это была подстава. Господи, сколько раз я это уже слышала. Ты имеешь полное право не доверять мне, но... Я хочу, чтобы ты прямо сейчас сказал мне всю правду. Хорошо, я... Моя жена, моя бывшая жена, она изменила мне. С Хохловым, у которого ты только что была. Я обо всем узнал, подал на развод. Валентина не захотела делить дом. Моя фирма приносила хороший доход. Она не работала, ничего менять не хотела. Хохлов, он тоже был женат, разводиться не собирался. Тогда они вместе изобрели мощную подставу. В пьяной драке кто-то зарезал бывшего урку. Хохлов свалил все на меня. Он поставил меня перед выбором, или я сажусь в тюрьму, либо уезжаю из города и даю ему бизнес. Вот и все. Ты согласился? Я предпочел начать все заново. А ну-ка, отойди от нее! Держи руки так, чтобы я мог их видеть. И без резких движений, иначе пристрелю! Ира, как ты? С тобой все в порядке? Игорь Петрович, со мной все нормально. Опустить пистолет. Не подумаю. Я ехал сюда и не надеялся застать тебя живой. Игорь Петрович, мне ничего не угрожает. Он никого не убивал. Опустить пистолет. Ира, что ты делаешь? Отойди от него, я буду стрелять! Все хорошо, я сдаюсь. Ира, все в порядке. Ты хочешь, чтобы я опустил пистолет? Фирму переписал на Хохлова, дом жене отдал, сам в Москву поехал. История нам поведана, конечно, душещипательная, но какие там есть доказательства? Вы же опять поверили ему на слово. Информацию по Лепинскому ГУВД, по Хохлову, обязательно нужно проверить. А как вы нас нашли, Игорь Петрович? Проверим обязательно. Телефон. Что у тебя? Я затребовал геолокацию вашего телефона, Ирина Викторовна. Все по закону. Мне на это есть полномочия. Андрюш, мы Шевцовым обязательно найдем доказательства твоей невиновности. Прости меня. Пожалуйста, прости, что не доверяла тебе. Вернее, доверяла ему до конца. Я всегда знала, что ты не виновен. Просто, когда любишь, так легко ошибиться. Когда любишь, невозможно ошибиться. Тебе плохо? Нет, все хорошо. Все очень хорошо. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Очень-очень люблю. Ты главное береги себя, ладно?
Ирина Виктор, давай я тебя домой отвезу. Нет, Игорь Петрович, только не домой. Скажи, куда отвезу. Ваше предложение по поводу ресторана еще в селе. Если ты считаешь, что сейчас подходящий момент. Самый. Самый подходящий. Ну, пойдем. Игорь Петрович, ну простите меня, что укрывала Андрея. Я с самого начала верила в его невиновность. Андрей говорит правду, он не убивал Риту Солодову. Ну, если не он, так тоже. Кому это было нужно? Я думаю про руководителя «Стройдизайн-Инвеста», фирма, которая победила в тендере. Ему напрямую было выгодно устранить Громова, потому что проект Андрея лидировал в тендере. Вы понимаете, речь идет об очень крупном заказе. Я уже поднимал информацию по Раду. Безупречная репутация, устойчивое финансовое положение. «Стройдизайн-Инвест» без победы в тендере успешно работал. Рисковать всем, чтобы получить крупный заказ, что-то тут не вяжется. Согласна. Для настоящего убийцы устранение Андрея должно быть условием выживания. Я очень вас прошу, Игорь Петрович, как можно быстрее поднимите информацию по Хохлову. Мне кажется, что в конце все-таки уходит в Лепинск. Что-то не так? Я просто подумал, как повезло Громову, что его дело тогда попало именно к тебе. Вот судьба злодейка. Он ничего для тебя не сделал, ты сражаешься за него, как лев. Игорь Петрович. Я буквально с земли урою носом, добываю информацию. Закрываю глаза на все твои выходки, а ты затащила меня в кафе. И опять Андрей, Андрей. Нет в жизни справедливости. Ир, держи. Спасибо большое, а то у меня голова сейчас взорвется. Что за домики? Это проекты «Стройдизайн-Инвеста», который в тендере победил. Понятно. Что-то такое знакомое. Опять в офисе. Я думала, ты квартиру собираешься покупать. Ир, подумай лучше, куда ты ребенка привезешь? Маш, я вспомнила. Я вспомнила, где я это видела. Алло, Кирилл? Ты знаешь, я у подъезда, мне очень нужно с тобой поговорить. Спустишься? Хорошо, я жду. Что случилось? Ты уже нашел работу? О чем ты спрашиваешь? Хочешь взять деньги за квартиру? Нет, я видела твой проект, который ты рисовал еще до всего этого, на сайте «Стройдизайн-Инвеста». Ну и что? Вот хочу узнать, как он туда попал. Не знаю, может, украли. Сейчас все у всех прут, это нормально. И ты что, пытаешься что-то контролировать до сих пор? Ты пойми, ты заставляешь нервничать Наташу и меня. Я просто хочу узнать, как твой проект попал на сайт «Стройдизайн-Инвеста». Да я не знаю, как он туда попал. Не знаю я. Пожалуйста, хватит за мной ходить. Развод 25-го. Все. Сюда больше не приходи. Пока.
Давай, детка. Сергей, добрый вечер. Да, это опять я. О, какие люди! Ну, что тебе еще от меня надо? Помните, вы говорили, когда Рита зашла в подъезд, из него вышел мужчина. Вот это он? Допустим, он. Похож. Да не помню я ни хрена, ну пойми ты, ну. Дай-ка. А, да он, этот башлёк. Как по поводу покататься? В другой раз. Спасибо. Да ладно. Да, да, Игорь Петрович. Ира, привет. Что по Хохлову? О, там много интересного оказалось. Только давай не сегодня, давай завтра. Заходи после 11. Расскажу. А ты что-нибудь узнала? Нет, пока ничего. Я обязательно завтра к вам зайду. До завтра. Управление собственной безопасности Министерства внутренних дел. Майор Сидоров. Гражданин Хохлов, вы обвиняетесь по статье 364 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоупотребление властью или служебным положением. Да-да. Ну что, Ирина Викторовна, по Хохлову ты была права. Отдел внутренних расследований давно под него копал. Тесный контакт с криминалом, отжимание бизнеса. В городе куча фирм переоформлена на его родственников. Думаю, его уже арестовали, так что сидеть Хохлову долго и мучительно. Игорь Петрович, вы должны помочь мне встретиться с Кириллом и записать наш разговор. Что? Не знаю пока. У Кирилла какие-то странные завязки со стройдизайн-инвестом. Говорит, что у него нет работы, а недавно купил дорогую машину. Его проект я видела на сайте фирмы. Ну и что? Пытается скрыть доходы от бывшей жены. Да нет, он даже предлагал мне заплатить за мою съемную квартиру. Нет, он как будто напуган, как будто боится чего-то. Боится, что ты узнаешь о его большой зарплате и все-таки подашь на раздел имущества? Или ты мне что-то не договариваешь? Хорошо, Игорь Петрович, я все поняла. Я вполне справлюсь сама. Хорошо, тебя не переупрямить. Самое разумное – это иметь возможность хотя бы контролировать твое легкомыслие. Спасибо. Вы настоящий друг. Да. Алло, Кирилл, ты знаешь, нам нужно с тобой встретиться. А, Ир, я не могу с тобой сегодня встречаться, потому что мы уезжаем с Наташей к ее тете в Зарайск. Ты знаешь, ну тогда ты вынуждаешь меня на крайние меры. Я пойду к Шевцову и расскажу все, что знаю. А буквально вчера я узнала нечто очень-очень интересное. И что ж ты такое узнала? А я расскажу тебе при встрече. Шевцов еще не в курсе. Может, конечно, ничего и не узнать, если мы с тобой договоримся. Так что жду тебя в нашем парке на Дальней аллее в 5. Кирюш, ну собирайся. Кто звонил? Это Ира. Она хочет встретиться.
Нет, да что она себе позволяет? Она что, будет тебя дергать каждый раз, когда ей захочется? Наташа, она что-то знает. И сказала, что если я с ней не встречусь, то она пойдет к следователю. Что делать? Ну, как? Не паниковать. И идти навстречу. Я тебя слушаю. Я нашла свидетеля. Свидетеля чего? Он видел, как ты выходил из подъезда в день убийства. Какое убийство? Убийство Риты Солодовой. Он видел, как она вошла в подъезд, а через 20 минут оттуда вышел ты. Кстати, он готов дать мне показания, если я попрошу. Черт, я так и знал. Бред какой. Так, вы машину объезжайте с той стороны. Ты и ты, давайте со мной. Чего ты хочешь? Денег. Ты убрал Андрея, получил хорошее место в крутой фирме. Ты теперь стал богатый, я видел твою новую машину. Сколько так еще стоит? А? Машина в кредит. Конечно, в кредит. Но только для кредита нужна справка с места работы. Об очень большой зарплате. А большую зарплату можно получить, если твой проект победит в тендере. Ты с ума сошла? Ты понимаешь, в чем ты меня обвиняешь? Ты искалечил мне всю жизнь, я тебе этого не прощу. Или ты будешь платить мне из года в год до конца своих дней. Или я завтра же все выкладываю Шевцову. У тебя есть 2 минуты. Даю тебе время подумать. Да, надо подумать. Надо подумать. Какого черта ты не сказала про байкера? Вы бы меня не отпустили, Игорь Петрович. Неправильно сделал бы. Ты в порядке? Да, нормально. Сумасшедший. Не знаю, как я на это решился. Не понимаю. Я очень много работал. Много лет, и успешно, и все получалось. А потом вот раз неудача, потом другая, и это было несправедливо. Соколов хотел меня уволить, как мальчишку. Ну, Наташа заметила, что это как-то унизительно. Но я предложила мне показать свой проект делового центра напрямую, строй дизайн, инвест. Радовал. Очень понравилась моя работа. Он взял меня на испытательный срок и пообещал, если тендер выиграет, положит мне очень серьезный оклад. Это был такой шанс. И вы решили подставить Грому, потому что его проект лидировал в тендере? Да. Но я был в отчаянии, я не видел другого выхода. Скажите, ваша сожительница участвовала в подготовке убийства? Нет. Нет, я все делал один. В распечатке звонков убитой есть и номер вашей сожительницы. Она звонила Солодовой за день до убийства. Зачем? Я не знаю, какие-то женские дела. Хорошо, мы сейчас вызовем ее на допрос
И тогда ни о каком чистосердечном признании не может быть и речи. Опять Наташина идея. Я до сих пор не понимаю, как она меня продавила в это вообще. Наташа сама позвонила Рите и предложила ей услуги частного детектива. Мол, она может выяснить что-то о новой женщине Громова. Но для этого нужно попасть в его квартиру. Ну, у Риты оказались ключи. Она позвонила Андрею узнать, дома он или нет. И когда выяснилось, что его нет, мы договорились о встрече. Проходите. Я сама только пришла. Это тот человек, о котором я говорила. Евгений, частный детектив. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы с чего начнете? С компьютера, наверное, да? Там же может быть переписки и фотографии. Да. Да? Так, только нам нужно поторопиться, потому что если Андрей придет, он меня убьет. Давайте. Угу. Так. Ой. Здесь пароль. С вами все в порядке? Я попил что-нибудь. Там на кухне есть. Спасибо. А, три. Я пойду проверю. Ага. Мы с тобой все продумали. Ты сможешь. Ты у меня самый сильный. Ты сможешь. Я прошу тебя. Что здесь такое происходит? Кирилл! Перчатку Громова вы решили использовать заранее? Да нет, конечно. Вы что? Это Наташина идея. Я вообще-то ничего не соображал. Успокойся. У нас очень мало времени. Нам срочно нужно уходить. Слышишь? Перчатка и нож. Выйдешь на улицу, выбросишь в мусорный бак. Только без газеты. Улики должны найти. Ты меня понял? Давайте. Я сотру отпечатки. А почему перчатка оказалась за мусорным баком? Да я не знаю. Ну, наверное, был переполнен, и она выпала. Сначала все было тихо, потом, когда мы узнали о побеге Андрея, очень взволновались. Наташа начала следить за Ирой, надеясь узнать, где прячется Андрей. А меня заставляло все время все ревидиться, чтобы следить за ходом дела. А почему у вашей бывшей жены?
Откуда ваша сожительница узнала, что дело Громова попало к судье Карериной? Да она не знала. Она ничего не знала. Она каким-то образом догадалась, что они любовники с Ирой, Андрей. Просто увидела их во дворе, когда Ира съезжала с квартиры, и все. Вообще все как-то нелепо получилось. Поздравляю, Ирина Викторовна. Да что там? Ира, я честно признаю свою недальновидность. Я без вас бы не справилась. Спасибо большое. Да ладно, любой бы на моем месте. Нет, нет, на вашем месте можете быть только вы. Ну и когда же вы вернетесь на работу? Наш суд буквально без вас осиротел. Даже не знаю. Ну, у меня появилось столько важных дел. Ладно, отдохнете, наберете сил. Может, в ресторан махнем, отметим? Нет, я сегодня не могу. Игорь Петрович, пригласите Людочку. По-моему, она в вас влюблена. До свидания. Мало ли кто в меня влюблен, вопрос в том, в кого влюблен я. Гражданка Токарская, вы арестованы. Выслушайте, это какая-то ошибка, я ни в чем не виновата. Вы что вы делаете?